Не успел открыться проверка. Жители микрорайона Качгород написали коллективную жалобу в прокуратуру Ненецкого округа на владельца антикинотеатра. В чем причина такого негативного отношения жителей, что грозит предпринимателю, расскажет Наталья Дуркина. Выход табличка есть. В антикинотеатре сегодня не совсем обычные гости. Помещение досугового центра осматривают сотрудники регионального госпошнадзора. Цель проверки – выяснить, оборудованы ли пути эвакуации, присутствуют ли первичные средства пожаротушения, сигнализация, а также не заблокированы ли пути подъезда спецтехники. Владелец антикинотеатра уверен, нарушений быть не должно, ведь он, как ответственный бизнесмен, перед открытием консультировался с представителями МЧС. И вот уже прошел месяц, и мы видим, что сам предприниматель и собственник данного здания идут навстречу, пытаются исправить. Вот, например, даже, что у них было установлены автономные датчики, пожарные извещатели. Мы им указали на то, что должна быть автоматизированная пожарная сигнализация. Вот уже на столе предоставлен договор с организацией, и пожарная сигнализация в ближайшие дни будет установлена. Вообще, Тофик долго вынашивал бизнес-идею. Искал помещение, работал над дизайном. И вот спустя несколько недель после открытия череда проверок. Местным жителям не понравилось, что по соседству появился антикинотеатр. Они написали коллективную жалобу в прокуратуру. Мол, в антикинотеатре есть серьезные нарушения пожарной безопасности. А еще посетители заведения нарушают спокойствие граждан. Я больше скажу, мы еще не открылись. Люди уже начали вот бегать, узнавать и пытаться меня закрыть каким-то образом. Говорить, что здесь все не по стандартам, грубо говоря, да, что-то там нарушено, там нет запасного пожарного выхода. Вот таким образом. Мы еще не открылись даже. Тофик Гамидов пытался пойти на контакт с жителями, ведь за все время работы в антикинотеатр ни разу не приезжали сотрудники правопорядка. Однако все попытки поговорить с недовольными соседями не увенчались успехом. Никто на контакт не хочет идти. Соответственно, я лично уже никому не стал идти и что-то там разговаривать. Люди, раз не идут на контакт, будем тут как-то вот таким образом-то решать вопрос. У нас график работы, мы по будням, получается, с понедельника по четверг мы работаем с 13.00 до 21.00, а в пятницу мы работаем с 13.00 до 23.00, и в субботу воскресенье мы работаем с 12.00 до 23.00, не в зависимости от ограничений. Мы дольше работать не будем, потому что я также учитываю, что здесь жилые дома. С проверкой в антикинотеатре побывали и сотрудники Роспотребнадзора. Вся собранная информация и документы будут переданы в прокуратуру в начале следующей недели. Тогда и будет вынесен результат. Мы тоже попытались выяснить у второй стороны, что вызвало такую реакцию у жителей микрорайона Качгород, однако дома их не оказалось. Наталья Дуркина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, телеканал «Север».